30 апреля бывшая фан-зона стадиона «Шахтер» наполнилась дымом и ревом моторов. Байкеры Донецкой Народной Республики открыли очередной мотосезон. Организатором этого мероприятия выступили члены республиканского объединения «Витязи». Для настоящих ценителей «Железных коней» выступили рок-коллективы столицы ДНР, а также организовали бесплатную полевую кухню и фаер-шоу. Около 130 человек накормили пловом, приготовленным на открытом огне. У мотоциклистов существует такая традиция – каждый год весной делать открытие сезона. Вот сегодня вы присутствуете на открытии сезона мотоциклистами республиканского объединения «Витязи». Мы попытались собрать всех ребят, кто может, кто мог, подъехали сюда. Мы проехали по городу. Далее у нас в программе в 14 часов будет конкретное открытие. Мы позаботились о том, чтобы покормить людей. У нас есть кухня полевая на 130 человек. Готовится там каша. Мы купили свинюшку, зарезали ее. То есть каша с мясом будет. Милости просим. Это совершенно бесплатно. Просто угостить ребят и угостить, кто к нам приедет на нас посмотреть. Чтобы покататься с мотоциклистами, выстроилась большая очередь желающих не только взрослых, но и детей. С ветерком гонщики прокатили ребят из детских домов на блестящей двухколесной технике. Понравилось тебе? Да. Какие эмоции испытал? Ну, круто, короче, было. Не страшно? Нет. Поклонники свободной жизни в кожаных куртках – люди очень веселые, добрые и обязательно творческие. В ходе мероприятия любой мог подойти к мотоциклу, так сказать, примерить его, а также сфотографироваться с байкером на память. Дарья Черничная, Станислав Мухин, Новороссия ТВ.